трава каблуком сапогов. Война мировая на стыке веков. Много в Российской империи мест. Идет туда враг через Гродно и Брест. Болото вокруг им не пройти, лишь осовец стоит на пути. Уверенно немец планирует бой, ведь сил России за этой стеной. Гарнизон Азовца получает приказ 8 дней продержаться, небо за нас. Вся русская воля зажата в кулак под натиском ярых немецких атак. Снаряды ложатся ночью и днем, 2 месяца как осовец под огнем. Крепостью русской гордится страна, запоминая солдат имена. Полгода держал врага осовец силой и волей солдатских сердец. 400 тысяч снарядов уже выпустил немец по русской душе. В сердце России нацелился враг, но не прошел вперед ни на шаг. Никак не прорвать обороны кольца, где все как один стоят до конца. 4 утра вражеский план, по ветру поплыл зеленый туман. Листва почернела, дубов вековых, газ никого не оставил живых. Враг ликовал, сражен осовец, можно идти вперед наконец. Но вдруг показалась странная тень около выжиших каменных стен. Только беззвучно летела из